Всем привет! Каждый день команда «Универ Ньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов посетил КФУ. В КФУ обсуждали современные тренды в онлайн-обучении. В Казанском университете состоялся фестиваль актуального научного кино. Руководители вузов Татарстана в КФУ обсудили стратегию развития высшего образования. Подробнее в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялась встреча руководителей вузов Республики Татарстан с ректором Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Ярославом Кузьминовым. Он представил доклад о стратегии развития высшего образования. Во встрече приняли участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и проректор по стратегическому развитию Марат Сафиуллин. Участники встречи обсудили минусы современного российского образования, финансирование системы аккредитации университетов и сокращение количества высших учебных заведений. Также одной из тем стало использование онлайн-курсов. Смысл не в том, чтобы вывести профессора за рамки обучения. Смысл в том, чтобы к профессору приходили студенты, которые его онлайн-курс уже сдали. Но это будет гораздо более полезной тратой времени профессора. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казани проходят юбилейные торжества, посвященные столетию Государственной архивной службы Республики Татарстан. Участие в праздничных мероприятиях принимает руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, который в рамках визита посетил Казанский федеральный университет. Подробности далее. 21 ноября руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов посетил Казанский федеральный университет. В университете он побывал в музее истории аудитории номер 7, где сохранилась парта студента Владимира Ульянова, отделе редких рукописей, а также в императорском зале. Именно в этом зале 4 декабря 1887 года состоялась знаменитая революционная сходка студентов. По этим половицам, по паркету такие люди ходили. И когда ты понимаешь, что мы их наследники, мы должны быть достойны их. И вот поскольку университет, он же не на пустом месте создается. В университете великое дело традиции. И в науке великое дело традиции. Научные школы появляются только тогда, когда появляются традиции. Вот есть эти традиции, есть научные школы, есть будущее. После в Институте международных отношений Казанского университета состоялся круглый стол, посвященный столетию архивной службы Республики Татарстан. Ведь именно Институт международных отношений КФУ ведет подготовку современных специалистов, способных использовать и внедрять новые технологии в сфере архивной деятельности. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялся семинар, где обсуждали новые тенденции онлайн-обучения. Сотрудники университета узнали о современных способах подготовки видеороликов и о том, какие ошибки допускаются при создании онлайн-курсов. Подробности в сюжете Анны Глазуновой. Какие ошибки допускаются при записи онлайн-курсов и как создать интересный образовательный проект? На эти другие темы говорили в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Рассуждали о современных методах в области электронного обучения и о том, как их реализовывать в Казанском университете. Слушателями стали профессора и преподаватели КФУ, а также сотрудники Елабужского и Набережно-Челнинского филиалов Казанского университета, которые наблюдали дистанционно. Плюсов онлайн-обучения, конечно, много. Это доступность, возможность обучаться в удобное время и в любом месте. В Казанском федеральном университете уже активно применяют технологию электронного обучения. В университете у нас закуплено необходимое оборудование, созданы лаборатории записи онлайн-курсов. Для реализации необходимы усилия всех сторон, и со стороны управленческого персонала, который осуществляет администрирование и менеджмент этого процесса грамотно, и со стороны преподавательского состава, который должен эффективно и разумно и интересно разрабатывать интересные курсы, которые будут востребованы со стороны студентов и со стороны более широкой общественности. Возникает также множество сложностей в обучении на расстоянии. Например, как донести необходимый материал до ученика. Ведь дистанционно практически невозможно узнать, прослушал ли учащийся лекцию полностью, перемотал запись или вовсе ее не открывал. На семинаре много говорилось о качестве видеоконтента. Видеоматериал нужно резать на куски. Из видеоматериала нужно убирать вступление, убирать логотипы. Желательно, либо оставлять минимально там секунда-две.
Таким образом, пользователь моментально получает тот контент, который он увидел. Длинное видео, никто его не будет смотреть, что качество материала, не должно быть длинной заставки, потому что пользователю нужен материал сходу. Записывая обучающий видеоматериал, необходимо его именно рассказывать, а не читать. Курс нужно составлять из видео, слайдов и тестирования, а интерфейс должен быть ярким и удобным. Я захожу в систему, которая выглядит крайне некрасиво, она уже неприветлива. Она выглядит старо, потому что мы все понимаем, ходим с новыми гаджетами, да, у нас все красивенько, прекрасные, классные приложения, мы же не хотим пользоваться некрасивыми приложениями. Представьте, если все у вас было там, не знаю, черно-белое и непонятно куда тыкать. Ну. Имеет значение длительность видео. Чем дольше оно идет, тем меньше вероятность, что его досмотрят до конца. Основная конкуренция у онлайн-обучения не между вузами, а между вузами и котиками на Ютубе. Почему блогеры набирают большое количество просмотров? Они находятся на одной волне с аудиторией. Нужно, чтобы образовательные онлайн-курсы были понятны и доступны каждому. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. 21 ноября в мире отмечается День телевидения. Учредителем этого праздника является Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, которая провозгласила этот день в своей резолюции от 17 декабря 1996 года. Этот день был выбран в ознаменование даты проведения в ООН Первого всемирного телевизионного форума, который состоялся 21 и 22 ноября 1996 года. Мы поздравляем всех телевизионщиков с профессиональным праздником, а мы продолжаем. Нынешнее столетие можно смело назвать веком интернета. Цифровые технологии активно используются в повседневности. Они внедряются не ради прогресса, а ради блага и удобства каждого человека. Это отвечает концепция общества 5.0. Эту не только тему обсудили специалисты в области журналистики Казанского университета. 21 ноября в стенах Казанского федерального университета состоялся круглый стол в формате медиазавтрака под названием «Медиа в обществе 5.0». Преподаватели и специалисты в области журналистики обсудили вопросы развития телевидения и существующих медиаплатформ. В вводном спиче директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонида Толчинского была обозначена ведущая тема собрания «Общество 5.0» – стратегия развития общества, основанная на использовании цифровых технологий во всех сферах жизни. Цифровой сегмент не стоит на месте, а преобразовывается в контексте изменений на рынке технологий, поэтому были затронуты такие темы, как качество современной журналистики, методы потребления контента, его эффективность и производство. И в этом смысле журналист будущего, скорее всего, такой же инженер. А самое главное, делать инженером, в чем заключается? Это умение компоновать из кусочков какой-то общий продукт. Важной для понимания на сегодняшний день является общая картина информационных продуктов СМИ, которая позволяет определить вектор направления для работы на тех или иных медиаплощадках и подготовить грамотных специалистов в этой области. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском университете состоялся фестиваль актуального научного кино. «Фанк» отходит от традиционных рамок кинофестиваля, закрепленного за одним городом, за одним сезоном, и становится проектом, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. О том, как прошел фестиваль в этом году, смотрим в следующем сюжете. В 50-х годах в киноиндустрию вошел новый формат – научно-популярное кино, в котором поднимаются актуальные вопросы в различных областях науки, техники и промышленности. 21 ноября в рамках Всемирного дня науки в малом зале концертно-спортивного комплекса «Уникс» состоялся фестиваль актуального научного кино. В рамках фестиваля было продемонстрировано два фильма. Один из них – «Мозг. Вторая вселенная». Авторы задаются вопросами, что такое на самом деле мозг? Орган центральной нервной системы или суперкомпьютер, который управляет жизнью человека? Синестеты непроизвольно ассоциируют цифры и буквы с цветами или вкусами. Семерка для них всегда синяя, а буква В – зеленая. А люди с прозапогнозией не различают лиц. Они видят их, но не помнят. Мозг – вторая вселенная. Ученые задаются вопросом, что такое мозг? Можем ли мы управлять мозгом? Может ли человек управлять собой, своей физиологией? Кинопоказ завершился интересными дискуссиями и обсуждениями фильмов с экспертами Казанского федерального университета, ведущими учеными, специалистами в различных научных направлениях. Ясяна Юпова, Виолетта Басова, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!